Сегодня мне пришла вот такая посылка с очень необычной сладостью, на которой было написано что-то на непонятном мне языке. Но сегодня мы откроем и узнаем, что же это такое. Эта упаковка весила аж 850 грамм. Очень тяжело. А внутри находились некие упаковки, которые были похожи на сосиски. А внутри них была жидкость разных цветов. Первую, которую я решил открыть и попробовать, это была зеленая. И знаете, на вкус это было довольно неплохо. Зеленый сок со вкусом яблока. Затем я попробовал фиолетовую. А вот она на вкус уже была как виноград. Говорят, что если положить эти упаковки в морозилку, то можно получить очень крутое мороженое. А точнее фруктовый лед. Но даже в размороженном виде уже было понятно, какое оно будет на вкус. Очень круто и необычно. Ставлю лайк.